На территории Брянской области уже проголосовало почти 75% участников голосования. Это очень хорошая явка. По стране мы идем третьи в лидерах. Избиратели нашей Брянщины, они грамотны, электорально активны. И я надеюсь, что будут еще приходить на свои участки. У них есть такая возможность до 8 часов вечера прийти и проголосовать, отдать свой голос. Конечно же, у нас есть и лидирующие районы. Это, как правило, традиционные районы, маленькие, которые более активные. Гордеевский район, Злынковский район, Климовский район. Они идут пока что в лидерах. Но, конечно же, город, он всегда у нас отстает. Это традиционно жители городских округов приходят немножко попозже. На нарушения, грубые какие-то нарушения, мелкие нарушения, жалоб еще в избирательную комиссию не поступало. Надеюсь, что так и пройдет весь день. Голосование совершенно безопасное. В наличии имеются все средства индивидуальной защиты, как и для членов участковой комиссии, как для участников голосования, как наблюдатель, так же для средств массовой информации. Все имеется в полном объеме. Голосование у нас идет поэтапно, с каждым днем где-то у нас на 10-11% вырастает явка. Но, конечно, мы понимаем, что, конечно же, больше процент явки был в субботу-воскресенье, это выходные дни. Но я надеюсь, что все-таки сегодня есть возможность до 8 часов вечера участников голосования нашей Брянщины прийти на свой избирательный участок и отдать свой голос. Мы всех ждем. Члены участковых комиссий, наши двери открыты до 8 часов вечера.